Мы приехали в пионерский лагерь «Радуга». Он находится в лесах Владимирской области. Судя по всему, это был очень старый советский пионерский лагерь. К сожалению, у нас нет никакой информации об этом лагере. И сегодня мы просто погуляем по его территории. Вот такой поваленный заборчик встречает нас при входе в этот лагерь. Здесь опять же поваленный заборчик возле домика. Скорее всего, я думаю, здесь когда-то обитал сторож. Ну и, возможно, он что-то здесь сажал. Какие-то посадки у него были. Овощи, картошка, может быть. В этой будке когда-то была его собака, вместе с которой он охранял этот лагерь. Такое здесь крылечко. На секунду мы заглянем. Ну и как всегда, вот она, разруха. Отсутствие крыши. В домике был пожар. Ну, а в этой комнате, скорее всего, этот человек жил. Остался вот старый гнилой диван и шифонер. И смотрите, вот такая печь здесь присутствует. Благодаря этой печи в этом доме было тепло. Здесь мы видим руины какого-то здания. Красный кирпичный фундамент, на котором уже вовсю растут березки. Надеюсь, вам слышно, как поют птички. Наконец-то пришла настоящая весна. Слева от нас кирпичный дом. Не знаю, что уже могло в нем находиться. Сложно уже сказать. Крыша практически полностью отсутствует. Подойдем к окошку, заглянем. Но вряд ли мы уже сможем понять, что там было когда-то. Я вижу там плитку. Здесь какие-то шины лежат. Здесь, скорее всего, были санузлы. Не знаю. Сейчас, раз уже я практически подошел к этому зданию, я сейчас в него войду. Ну, скорее всего, могу предположить, что здесь была баня. И смотрите, даже какая плитка нарядная осталась на полу. Да, я думаю, что в этом здании была баня. Напротив нее мы видим деревянный корпус. Сейчас подойдем поближе. Такое здесь крылечко. Ходить уже очень сложно. Повсюду заросли. Ну, а подойти мне бы хотелось. Да, путь мне преграждает заросли. Подошел все-таки к крылечку. Ступеньки меня выдержали. Такие здесь помещения. Ну, а здесь уже, смотрите, обычная картина.
полов нет. В принципе, все. С этим домом все понятно. Можно выходить и пройтись дальше по аллее. Но для этого надо еще выбраться из этих зарослей. Пройдемся дальше по этой аллейке. Светит ласковое солнышко. Как хорошо, что лето впереди. Это всегда так радует и вдохновляет. Впереди я вижу несколько деревянных корпусов этого лагеря. Примерно корпуса 4. Они расположены друг напротив друга. Я думаю, хотя бы в один из них мы, возможно, сейчас зайдем. Да, вот этот вот синенький. Ну, давайте в него и зайдем. Вот такой синенький корпус. Судя по состоянию ступенек, лагерь «Радуга» заброшен очень давно. Ну и здесь все как обычно. Ничего нового нас не встречает. Просто, как всегда, отсутствие полов. И смысла идти дальше нет никакого. Совершенно пустые комнаты. Давным-давно отсюда все украли, все, что можно было украсть. Вплоть до полов. Напротив него такой же корпус, светло-зеленый. И впереди еще один синий корпус. Сейчас подойдем поближе. Как и обещал, мы подошли поближе к этому корпусу. Я не буду заходить внутрь, мы просто подойдем к окошку и бросим беглый взгляд внутрь. Очень большая комната, в которой отсутствуют полы. Друзья мои, хочу показать самое когда-то веселое место в этом лагере. Старая сцена. Скорее всего, это был летний клуб. Здесь были танцы. И здесь показывали фильмы. Вот такие сосенки теперь здесь растут. Эта сцена, несомненно, помнит те веселые времена, когда здесь было много детей, было шумно и весело. Еще одно здание, зелененькое, кирпичное. Оно не похоже на предыдущее. Скорее всего, в этом здании когда-то жили вожатые. Еще один зеленый кирпичный корпус. Я думаю, скорее всего, он был предназначен для обслуживающего персонала, где жили повара и другие работники лагеря. Здесь я вижу какие-то хозпростройки. Да, ничего особо интересного здесь нет и быть не может. Не будем заглядывать в каждую комнату. А еще немножко пройдемся
по осиротевшей территории этого бывшего пионерского лагеря. Мы дошли до места, где когда-то находилось овощехранилище. Вот оно. Ну и рядом с ним мы видим зеленое здание. У меня есть такое предположение, что это столовая. Довольно-таки большое здание. Ну, тоже в нем отсутствует крыша. Но зато там сохранилась вот такая кирпичная огромная труба. Да, я думаю, скорее всего, здесь находилась кухня и столовая. И висел, конечно же, пожарный инвентарь. Друзья мои, здесь я вижу, когда-то был главный вход в эту столовую. И сразу за ней находился обеденный зал, куда мы сейчас с вами на минутку заглянем. Вот такой обеденный зал без крыши. Как поет птичка. Сейчас мне очень интересно пройти на кухню. Главное, чтобы ничто не упало мне на голову. Это вполне возможно. Вот, смотрите, окошко. Здесь когда-то подавали пищу. И вот они, кухонные помещения. Мне всегда очень интересно побывать в кухонных помещениях заброшенных объектов. Ведь когда-то здесь вовсю кипела жизнь. Веселые повара готовили здесь всякие вкусности для детей. Они старались их накормить, чтобы дети были сыты и довольны. Как жаль, что эти замечательные времена в далеким прошлом. Как жаль, что эта столовая так пустынна. Как жаль, что больше здесь никогда не будет детей. Действительно, очень жаль. С печалью на душе мы покидаем лагерь «Радуга». Это был очень старый и добрый, уютный, небольшой пионерский лагерь. С вами был Михаил, канал «Вернуться в прошлое». Спасибо всем за внимание и, как всегда, до новых встреч!